сегодня, никто мне его не испортит, понимаешь? Это идеальный день. Ничего страшного, я всегда буду... Ладно, ничего страшного, ничего мне не испортит настроение. Да ладно, ничего страшного, мне все равно ничего не испортит день. У меня идеальный день. Джан, ты что тут делаешь? Привет, Джан, это мой новый парень, нам надо расстаться, извини. Ну и ладно, я уже чувствовал. У меня все равно будет хороший день и хорошее настроение. Телефон гони. Так он разбитый же. У меня все равно хороший день. У меня... Эй, привет, друзья! Сегодня стартует моя именная раздача. И я хочу разыграть для вас свою машину. Все, что нужно сделать, это подписаться на моих... Эй, идите нахрен! Задолбали со своими кивами в натуре! Такой идеальный день испортили мне! Скоро вызовите, пожалуйста. Знаешь, Диас, я тут подумала, кажется, нашим отношениям нужна пауза. В смысле? Ты что, расстаться со мной решила? Нет, это молодые пары такое часто практикуют. В смысле, кинуть решила меня, что ли? Да нет, просто взять тайм-аут, немножко отдохнуть от друг друга, а потом снова сойдемся. И насколько эта пауза у тебя будет длиться? Ну, месяц. Месяц? Йо, у тебя же пауза всего лишь 3-4 дня длилась же, что это так? Ну это не та пауза. Это из-за того, что ты твоей подруге лайк поставил, что ли? Нет, конечно. Просто тебя слишком много стало в моей жизни. Капец ты, блин. И что, я месяц тебя ждать, что ли, буду? Ну, если любишь, подождешь. Капец ты, блин. Жан, ну что, как? Месяц прошел, все нормально? Да, мы снова вместе, Диас. Классно. Знаешь, я за этот месяц несколько раз поняла, что ты у меня самый лучший. Конечно, конечно. В смысле, несколько раз? Молодой человек, извините, вы куда летите, а? Ташкент. Ташкент? Блин, можете сумку взять, а? У меня твоя сумка есть? Пожалуйста, брат, блин, мне надо срочно передать, а? Блин, глаза добрые, брат, возьми сумку, пожалуйста. Блин, срочно. Пожалуйста, брат, ладно? Все, Рахмедов. Подожди. Вы мне передавали, да? Да. Да? Да. Вы тоже летите в Ташкент, да? Да. А что вы с собой сами не берете? Она тяжелая, братан. Вон туда положи, вон туда, вот, надо мной, ладно? Ребят. Черт возьми, откуда у тебя эти навыки? Я же в детстве был бойскаутом. Не, пацаны, вообще, ребята, могете, четко. Давай, машина. Спортсмены, посмотри какой! Кальдер-дир-виндир здесь заебал, блядь! Опа-на, салам алейкум, на родные! Я конкретно прогноз погоды от Сахакавана! Че, нормально, ну, сейчас короной. Короче, со стороны севера начнем на. Это Павлодарье жестко холодно будет, так что Айкана, нормально дело киндюр, джанэн, не замерзнет, а? Абсташна. Ялтом. Город Чункент, стых была, жарко будет, так же жарко, как моя любовь к тебе, деген сумас. Так что нормально, что ты киндюрный смело. И снимай, что ли? И малсмай, адам мунчуклап тұрған, түсіп тұрған не сен? Анын ставлять етпе, убери. И не угорать етпірсім сен задолбалына. Мен тұрстырмашын на натуре. Потом, там, остальных городах, там, Тараз, Роднина, нормальный джиондер, хорошая погода. Узм заказ бе қоғам деген зима. В общем, городов много, нет желаний. Короче, нормально, тепло. Весна, во, короче, двигайтесь там, девчонки. Юбки там, чтоб не воняло там, понял? Чтоб там воздух, деген зима. Лица, она видео рыб. Ладно, прогноз погоды закончен. Кыздар, если что, хаварда. Басым болсын, свободный волк. Ладно, все, родные, выключен. Айдос на свой выш, мимор быт на натуру. Эй, Путин дайрам бой. Что делаешь, Дана?
Мне Жанна капец устала. Весь день у твоих родственников дома гости не заканчиваются. Стою здесь у казана, туда-сюда бегаю, тарелки мою, накрываем на стол, все делаю. Блин, вообще даже покушать некогда, даже присесть некогда, поясница отваливается уже. Ты единственный родной человек, да, здесь, и даже не можешь мне воды предложить. Дана, я когда в Жесказан приезжаю к твоим родственникам, при минус 30 градусов возле казана стою. Яйца себе отморозил. Никто даже мне морковку не выносил даже. Не предложил сурпа даже мне. Ты сидел там со своим родственником в тепле за столом. Бумеранг жизнь, Дана. Алло, а около магазина стоите? Все-все, сейчас я подойду. Братан, я, короче, одну тачку присмотрел себе. Ну, дичтяк, мне лично нравится. Но хозяин, капец, не уступает. 2 миллиона, говорит, уперся и все. Ты же в тачках разбираешься. Давай его сломаем под, да? Сейчас разберемся. Базара нет. Ну вот эта тачка, братан. Тебе, да, хозяин? Да. Салам алейкум. Салам алейкум. Олег, что там, сколько бросишь, а, окончательно? 2 миллиона, я же сказал. Куда 2 миллиона за это говно, а? Что за вот эта царапина? Вот смотри, что за царапина, а? Что это? А что у тебя фара сломана? Смотри. Вот смотри, сломанная фара, а? Что теперь? Ты за нее хочешь 2 миллиона? Смотри, что за бабабуха у тебя? Не, братишка, не вариант. Я даже за миллион не возьму такое говно. Ты че? Ну. Глубокая френдзона. Прикинь, Нурбека, вот этот вчерашний медет же Ельша, оказывается, кинул меня. Я думала, утром он за кофе пошел. Куда там? Ушел, Аманжол. Пропал, даже трубку не берет. Ну ладно, не переживай, бывает же. Блин, спасибо тебе, Нурбек, что ты меня поддерживаешь. Ты такой милый, капец, твоей будущей жене повезет. Спасибо. Почему на меня вообще нормальные парни не смотрят? Бумает, ну, страшный раздражитель, капец везет. Ну, где эти все парни? Присмотрись по сторонам, может, кто-то рядом ходит, вот прям, не знаю. Куда, кто? Кто ты, кого ты имеешь в виду? Саян? Жасик? Нет. Я понял, а мне походу здесь не везет. Наверное, перееду в большой город. В Алматы или на Султан перееду. А, кстати, мне же тоже там, по работе нужно переехать туда. Серьезно? Да. Слушай, было бы классно, ты капец будешь мне помогать. Если что, мы можем с тобой однушку вместе снимать, вместе жить, помогать будешь мне. Ну, когда я парня найду, и что, съедешь, да? Съедешь же? Да. Классно, ты такой классный друг. Да? Вчера, кстати, мы за город поехали. Вчера за город мы поехали, да? Да. Да. Смотри, братан, грамотно, Бентли. Да, Бентли, да? Грамотно. Че, сейчас похаваем, да? Сейчас, наверное, похаваем уже, да? Чуть проголодался. Че, может, на самокатах покатаемся? Понятно. Я вот думаю, может, на самокатах че, покатаемся, может? Че, сейчас двинем уже? Сейчас двинем уже, наверное, да? Или че думаешь? С друзьями, это, за город выехали. За город выехали. Да, и там вид прям мощный прям. Вид, да. Горы, потом... вот это все прям. Горы, да. И там, получается, база отдыха. База отдыха. Терраса, камин, как положено все. Камин. С друзьями сели там. Сели. Попили там, вот это все. Попили. А что ты повторяешь? Ассаламу алейкум. Алейкум. Я извиняюсь, у вас такое лицо знакомое? Вы не в 35-й школе учились? А, нет. Что-то лицо знакомое, не могу вспомнить, где увидел вас. Вы в Акимате работаете, кажется, да, точно. Велопробеги, да, проводите? Нет. Может, меня, может, в Инстаграме уже видели? А, точно, вы это, певец, да, или кто? Блогер, да, вы кто? Нет, я это. В бутиках, вот видишь, фотки вот так, фоточ, вот так. Я вот он. Моя вот эта нижняя часть, может, узнали, может. А, точно. Пресс у вас крутой. Да, узнаю, да, по прессу узнаю. Ассаламу алейкум. Это буква О. Звук О. О, буква мелких радостей. О. О!